Йоу-йоу-йоу, стоим на гранитной улице, сзади находится поезд движущийся и Катя, которая настраивает объективы. Нет, или... Я снимаю просто красивые кадры через окно. Снимает красивые кадры через окно. Давайте узнаем, что же это за кадры и кому они посвящены, черт возьми. Черт не возьми, но этот кадр посвящен нашему фильму «Поезд отражается в окне», очень красивым. На самом деле сегодня происходит чудо, потому что ребята из «Зова земли» пролоббировали, всячески организовали установку памятной таблички Юрию Кнорозову, который, блин, расшифровал язык майя, между прочим, на секундочку, а жил вот тут, на гранитной 10. Скажите пару слов. Без комментариев. Просто представьте, советский ученый, интроверт, один в квартирке. Расшифровал, блин, язык майя. И за это мы вешаем ему табличку. Мне нужно знать, что ты думаешь по поводу Юрия Кнорозова? Язык майя, как ты думаешь, стоило его расшифровывать? Корреспондент. Мяу. У кисы хочет взять интервью. Мяу. Привет! Привет! Левик! Ну что ты хочешь спросить? А, Левик? Ну что, тебе понравилось гулять, сыночек?